ниндзя, ниндзя, ниндзя. Иди сюда, дорогая, будешь с нами. Так, прыжок, ниндзя, все за мной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хух, ребят, вот это нас спасло. Отлично, мы бомбу перерезали, это очень круто. Так, прыжок, отлично, ой. Так-так-так-так-так. Давайте-давайте. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру под названием Зомби Цунами. Так, ребятки, ну что ж, побежали, мы в прошлый раз купили вот такие вот парики себе крутизные, в которых мы будем бегать теперь и, короче, будем съедать вот таких людишек жалких и превращать их в зомбиков. Так, ну что ж, погнали, ребятки. Давай, иди сюда. Так, все, съели мы тебя, погнали дальше. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, еще раз. Монетки, монетки, монетки. Перфект, отлично. Оп-оп-оп. Ой, бомба, аккуратно надо. Аккуратно, потому что бомбы я не люблю. Так, птичка моя летит, это очень замечательно. Она мне вчера... Ой, а у меня не было другого выхода. Мне или бомбу надо было, или вертолет. Потерял бы в любом случае зомбика. Так, ой-ой-ой, на бомбу здесь. Нечаянно на бомбу мы. Так, кто здесь у нас? Уфо, это НЛО, которые сейчас нас будут клонировать. Отлично. Ой, машина, машина, скакайте. Да что ж ты, последний не успел. И таким образом его задавила машина. Так, отлично, мы еще съели одну девочку. Ой, не успел перескочить немножко, перепрыгнуть. Вау. Круто. Отлично, вау. У нас два осталось, ребятки. Нас... О, отлично. Вот мы съели бригаду целую. Ой, чуть не упали, я думал упадем. О, парашютистка, десантники, идите ко мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, опять, да что ж такое, сколько же можно страдать, а? Сколько же можно разбиваться? Ой, мой зомбик, ребята, с моей прической любимой упал, короче, в яму. Так, 21 мозг мы уже съели с вами, дорогие друзья. Так, и мы попали на какой-то приз. Это ниндзя. О, мы ниндзя, ниндзя, ниндзя. Иди сюда, дорогая, будешь с нами. Так, прыжок, ниндзя, все за мной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хух, ребята, вот это нас спасло. Отлично, мы бомбу перерезали, это очень круто. Так, прыжок, отлично. Ой, так-так-так-так-так. Давайте, давайте. Ой, не сумели, не сумели, не сумели. Я думал, мы перевернем. А, и птичка даже не родила нам зомбика. Я думал, мы перевернем, ребятки, автобус. И таким образом я побегу дальше. Но оказалось совсем наоборот. Так, ребятки, ну что ж, мы уже собрали достаточно мозгов для того, чтобы их продать. Давайте с легкостью их продадим. У нас есть 2000. Так, в магазине пока еще ничего нового. Так что нам ничего больше не остается, как просто дальше бежать и наслаждаться этой замечательной игрой. Так, ну что ж, побежали, ребят. Погнали, 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 как говорится. Побежали. Иди сюда, дорогой, мы тебя съедим. Так, собираем, собираем людишек. Отлично. Прыжок, прыжок. Монетки собираем. Перфект, отлично. Прыжок. Вон зомби рисует что-то на стене баллончиком. Граффити какое-то прикольное. Так. Здесь кто у нас? А, здесь у нас, как всегда... Ой, машина, машина, перескакиваем. Прыжок, прыжок. Так, танк. По правому флангу уже стоят танки, ребят. Надо уже от них уходить. Давайте десантников хавать. Отлично, отлично, отлично. Просто супер. Просто замечательно. Так, это что у нас? Это у нас, ребятки, гигантский мозг. Ох, просто супер. Перфект, круто. Перфект. Ох, прыжок, прыжок. Гигантский мозг съедает всех. Десантник, иди сюда. О, опять мы зомбики. Прыжок, ребята, прыжок второй. Погнали, погнали, погнали. Нам надо не отступать. Вперед, дорогие друзья, вперед, вперед, вперед. Половину потеряли на ямах, но ничего, мы не сдаемся. Побежали, побежали, побежали.
О, опять десант. Круто. Этого я и ждал. Ой, кто-то упал там, не успел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не ожидал, что вторая машина поедет. Ой-ой-ой, скакаем, скакаем, скакаем. Не все, конечно, сумели перескочить этот автобус быстрее, быстрее. Перепрыгнуть. Так. Ниндзя. О, ниндзяки мои любимые. Прыжок, отлично, прыжок, прыжок. Ниндзя я люблю, классные чувачки такие, которые способны на многое, ребят. Ой-ой-ой, два ниндзя упали или один. Но ничего, тем не менее мы продолжаем наш забег, ребятки. А, мы же можем разрушать бомбы, я и забыл. Ой, нечаянно людишек перескочили, надо было их съесть, а мы перескочили, ребят. Ох, остался один зомби у нас. Да что ж ты будешь делать, а? Дайте мне команду какую-то. О, уже два. Уже не так скучно. А что ж ты, я упал в яму. Роди, зомбика, роди, роди, роди. Не родила, нету зомбика, ну ничего. Давайте заново поиграем, отличненько. Так, что у нас? Задача. Так, травяной чай со смертельным выстрелом, ребят. Это нам надо его открыть, наверное, этот травяной чай. Наверное, нам его нужно собрать. Травяной чай со смертельным выстрелом. Вот это задание у нас. Так, а задание у нас такое. Выиграйте один ра-та-та-та-та-та-та-та. Сделать двойных, 16 двойных, то-то-то-то-то, и осторожно что-то там, короче, сделать надо нам. Так, ну что же, дорогие друзья, погнали. Да что ж такое, проиграл что ли нечаянно? Да ж как такое может быть-то вообще? Не может такого быть, а? Побежали заново, ребятки. Отлично, отлично. Просто замечательно. Упали, упали, упали. Много зомбиков упало моих. Но ничего, ребятки, мы не сдаемся. Так, 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 так. Подождите, давайте еще есть один разок. Надо, ребятки, будет скачать другую версию этой игры, потому что когда мне версия эта не очень так нравится. Так, футболисты мы. Отлично, давайте прыгаем. Ух, упало три этих чувачка вниз, ну ничего. Perfect. Ох, да что ж такое-то? С одной стороны на другую. Так, ниндзяки, ну что ж, погнали. Пр-
прыжок. Ну, не все, как всегда, выживают, ребятки. Так, ну что ж, ребят, давай, пошел. Пошел еще раз, отлично. Побежали. Вау! Ах, не сумел родить мне зомбика. Не сумел, так что давайте продолжим. Не сумел. Так, что у нас здесь есть? Что мы можем? Так, эта волшебная пилюля нам пока не нужна. Так что давайте просто побегаем. Вот и все. Так, здесь у нас бежит у нас диско и девочка с косичками. Погнали. Берем. Отличненько. Бьем. Берем. Так, берем третьего. Все, у нас уже трое. Просто замечательно, просто супер, дорогие друзья. Давайте прыгаем, отличненько. Все, у нас теперь четверо. Теперь мы можем уже съесть кого-то. Например, какую-то машину мы уже можем съесть с вами. Если найдем. О, видите, отлично. Прыжок длинный, потому что там бомбу уже кто-то поставил. Я не думал, что там поставят бомбу, да. Машина, прыжок. Ой, рано прыгнули-то. Так, кто у нас здесь? Здесь у нас футболисты, дорогие друзья. Ну что, мы футболисты. Дайте нам, пожалуйста, подбегать. Зомби-футболисты, ребят, вы где-то видели такое? Вот это прикольно, да, скажите? Все видели, но зомби-футболистов, конечно, не видели. Так, половину зомби растерял я уже. Из-за своей неосторожности. Но больше, я думаю, такого не повторится. Как мы, игроки, супер крутецкие. И будем бежать. Прыжок. Ой, надо было съесть его. Зачем же я перепрыгнул его, а? Скажите мне. Все, десантник, Степочки, мы тебя съели. Ой, машины пошли. Вай, прыжки, прыжок, еще пошел. Отлично, вау, еще один, круто. Пошел. Ой, танк стоит, ребятки, вы видели этот танк? Этот противный танк стоял. Что же, вау, жук-мозг, ребята, зомби-мозг. Отлично, вот это мне нравится, зомби-мозг я люблю. Отлично. Зомби-мозг — это крутой чувак. Вот это да, вот это мне нравится. Ох, отлично. Вау, прыжок, ребята, прыжок. Еще раз прыжок. Зомбики, давайте, мои зомбики маленькие, скакайте. О, отлично, мы перевернули, ребятки, автобус. Это вообще было замечательно. Вертолеты сейчас будут лететь. Ой, давайте, прыгайте. Ух, мы уже не успеем. Прыжок. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, ради, зомбик, ради, пожалуйста, ради. Ох, отлично, ребята, птичка все-таки наконец-то родила зомбика, и мы продолжаем дальше наш забег. Отлично. Просто супер, просто замечательно. Ну что ж, погнали, здесь машина сейчас будет. Еще одна, еще, наверное, еще, да? А нет, ой-ой-ой-ой, танк. А, я не успел, ребята, и таким образом мы с вами проиграли. Ну ничего, дорогие друзья, кто не рискует, как говорится, тот не играет. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы с вами играли в зомби-цунами. Подпишитесь обязательно на мой канал «Вечное детство». С вами был, как всегда, Юра. Поставьте пальчик вверх и оставьте комментарий. Сегодня мы вот так вот играли. Но один мне хороший знакомый друг посоветовал поиграть во взломанную версию. Говорит, что я в эту версию буду очень долго играть. И что это будет очень долго и мучительно. Так что я, короче, я закачаю версию взломанную. И мы с вами уже купим все, что может только быть. И в следующей серии поиграем уже во взломанную версию этой игры. Так, ну что ж, дорогие друзья. Я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока.